В Новой Самаре уже в этом году появится школа на 1200 мест. Это будет первое образовательное учреждение в микрорайоне. Объект строится по муниципальной программе стимулирования и развития жилищного строительства. Всего в здании 3 этажа. Кроме основных классов, а их будет 60, здесь предусмотрен актовый зал на 600 человек, столовая, спортивный зал с душевыми. Возведение школы проходит согласно графику. Ход строительства оценили городские власти. У нас уже на сегодняшний момент возведена коробка здания всех 6 корпусов блоков, так называемых, этой школы под крышу. Осуществляется монтаж внутренних перегородок на этажах здания. Вот. Работа ведется, каких-либо опасений мы там совершенно по объекту не видим. Это вот спортивный зал самый большой. Значит, с этой стороны у нас вот все идут блоки. Еще одно образовательное учреждение начали строить в Алгаре в октябре прошлого года. Речь идет о детском саде. Он рассчитан на 220 мест. Дошкольное учреждение, не успев открыться, уже укомплектовано. Сразу после открытия малыши смогут его посещать. На первом этаже здания будут 3 ясельные группы. Предусмотрены условия и для маломобильных малышей. Для них установят специальные лифты. Жители Волгаря, конечно, все очень ждут открытия детского сада. Очень много молодых семей, молодые мамы. Все сейчас стремятся выйти побыстрее на работу. Вот, и поэтому хотят своих малышей определить в детский сад. Во дворе детского сада уже установили игровые площадки с беседками. Сейчас закупают мебель, необходимое оборудование. Новый детский сад будет соответствовать всем современным требованиям. Открытие дошкольного учреждения планируется 15 февраля. Мария Елчан, Константин Головин. События.